этим будут заниматься расследование. Служба безопасности Украины. Полчаса назад были допущены специалисты на территорию посольства, поскольку это считается территорией Соединенных Штатов, для того, чтобы в сотрудничестве со службой безопасности посольства взять видеозаписи, посмотреть, что там было сделано. Также будет проведен сбор видеозаписей со всей округи, как эти люди подходили к посольству, на каких машинах и так далее. Моя личная версия, это что мотивы этой провокации такие же точно, как выстрел по консульству Польши в Луцке, такие же точно, как организация фейковых акций протеста якобы поляков, якобы болгар. Я думаю, что в конечном итоге это сделали по задаче из Российской Федерации. Цель очень простая. Это хороший повод взбаламутить информационное пространство, попасть на мировые, возможно, так сказать, ленты информационных новостей, сказать, что в Киеве небезопасно. Каких-то других мотивов я, честно говоря, не вижу.